Мы играли в оригинальную версию, которая примерно вот такая. Ну, увидели увеличенную версию, не могли пройти мимо. А вообще, как планируете провести сегодня День молодежи? Огромное количество мероприятий, в том числе и спортивных. Попробовать все. Пола. Ну, игра командная, по три человека пинают мячик клюшками, забивают голы. Вот ожидание организаторов. Какие самые играющие у Пола? Да, да, играем, это очень здорово. Да. Что больше всего привлекает в этой игре? Такой. Ну, эта игра жесткая такая, она интересная. То есть опасность какая-то, маневренность. Ну, нужно попробовать, так не объяснишь. Для кого кататься на вот таком самодельном велосипеде? На выставке сегодня они представлены. Ну, конечно, очень здорово показать, что вот можешь своими руками сделать такое чудо. И едешь с удовольствием, когда собираешь его под себя. Удовольствие получаешь неимоверно. Люди оборачиваются, смотрят, завидуют тебе молча, просто глаза не отводят от тебя. Мероприятие супер, День молодежи тоже хорошо организовано. Хорошее впечатление от нового велосипеда. И что, собираюсь в драг-рейсинге участвовать. Ну, круто все. Ну, болеешь за кого-то определенного спортсмена? Ну, да. За кого? Алексей Алешин. Так классно смотреть, как люди все это вытворяют. Ты смотришь и просто не понимаешь, как это вообще. И, ну, самого, да, захватывает. Очень интересно это смотреть. Да. Интересно, красиво. На велосипеде. Велосипеды. Ролики. Да. Это страшно! Они так катаются, они еще падают, я не знаю, как они потом на ноги становятся. Если мы тут достанем, то, наверное, мы все попадаем. На прошлом было людей много, но сейчас все равно круто. Стало больше развивать вот эта тема, и она действительно внушает доверие, то, что будет намного это лучше. Чтобы оно выглянуло и дало нам хорошую погоду, потому что если будет плохая погода, то сорвутся несколько номинаций, вот, потому что люди будут падать, убиваться. А вот, что я жду от Дня молодежи еще дополнительно? Ну, хороших эмоций, позитива, радости. Изначально хорошо. Правда, немножко устали.